Доброго времени суток, дорогие друзья! У микрофона Никита. Сегодня мы играем в Roblox на моем режиме Black Elch RP. Сегодня я вам покажу второй автобусный маршрут. Собственно, погнали. Сейчас мы бежим в транспортный парк номер один, как всегда. Все, что связано с транспортом, нам сюда. А все, что интересно посмотреть с транспортом, на канал Бус Транспорта. Так сказать... Ильюша, привет. Так, берем второй маршрут. Погнали. Вот такой вот красивенький пазик. Уже с табличкой, циферкой 2. Смотрим. Маршрут 2, направо. Поворачиваем. Кстати, как видите, тут есть контактная сеть. Это намек на будущее появление работы троллейбусника. Вот. Все-таки хочу добавить троллейбусы, но адекватных моделей нету, поэтому вместе с другом будем все это делать. Заезжаем в деревуху. Так, а что тут? Маршрут 2 направо, маршрут 4 налево. Нам направо. Сейчас мы у банка находимся. Остановка банка. Ну и по иронии судьбы, тут даже полицейский участок так близко. Сейчас нам налево. Тут, короче, опять стрельба какая-то, как всегда. Здесь у нас магазин. То есть, ну, тут чисто остановки исключительно по таким важным местам достаточно. Кстати, напомню, что время ожидания у первого-второго маршрута 10 секунд. Да, всего лишь 10 секунд. У третьего, так как это очень большой маршрут, но маленький по остановкам, то у него это 15 секунд. Потому что это очень важный маршрут на шаг. Четвертый, он такой не сильно важный, экспрессный маршрут, там 5 секунд. Вот. Здесь мы налево поворачиваем, проезжаем гаражи. Что же здесь за важность остановки? Это работа автомеханика. Вот здесь наша остановка. Собственно, стоим. Ожидаем. Едем дальше. Даже давайте вот свернем. Вот я специально даже так решил поехать, чтобы хоть чуть-чуть показать подвесочку. Ну, в следующем видео по третьему маршруту вы прям насладитесь этой подвеской просто вдоволь, потому что там будет мост, заезд на мост и выезд с него на большущей скорости, из-за чего просто в полной мере сможете оценить подвеску. Здесь автосалон, поэтому здесь тоже остановка. То есть чисто исключительно по таким важным местам. Я вам даже проспойлерю вот эту остановку. Увы, информатор у меня сделать не получилось. Вот, из-за проблем выгрузки аудиофайлов. Здесь, собственно говоря, японский сад остановка должна быть. Ну, типа называться она должна быть. Можно ее и так называть, или кому как удобнее, но... Увы, информатора нету, и не знаю, будет он или нет. Следующая остановка у нас последняя уже. Ну, по идее, конечно, это была последняя. Это сейчас остановка в самом транспортном парке, чтобы завершить маршрут и получить деньги. Да, конечно, в любой момент можно будет с пазикой нажать на отмену и получить уже заработанные деньги. Но, тем не менее, завершаем маршрут. Становимся сюда. Ну и все. Мы приехали. Маршрут завершен, плюс 12500. В общем, как-то так, друзья. Ну, на сегодня это все. С вами был Никита. Зацените мой режим, зайдите сами, может, когда-нибудь состыкуемся. Вот. Ну, а с вами был Никита. До новых встреч, друзья. Еще увидимся.